определить коэффициент трения, скольжения бруска по наклонной плоскости. И после этого определить коэффициент полезного действия наклонной плоскости. Давай начнем с коэффициента трения. Сейчас нам необходимо поднять наклонную плоскость на какую-то высоту. И там, где с угла наклона, будет равен коэффициенту трения пуска наклонной плоскости. А на какую определенную высоту? Что должно быть при этом наблюдаться? При этом должно наблюдаться равномерное движение. Какое движение? Равномерное. Это самый обычный класс в самом обычном областном лицее самого обычного города Могилева. Хотя, нет, стойте. Это самый лучший город на Земле и лицей, который занял первое место по количеству дипломов в областной олимпиаде. И ученики, вот, например, этот, Валентин, гениален. Мальчишка по возрасту должен учиться в 5 классе, а постигает программу 8-го. Экстерном сдавал экзамены. В областной олимпиаде по физике стал победителем, хотя сражался с 9-классниками. Сейчас готовится к республиканскому туру и решает задачки за 10 класс. Интересная задача попадается очень. Вот там была задача с определением... Это, например, коэффициент диода. До 2,5 лет Валентин не говорил, кроме слов «папа», «мама», «баба». И в 3 года неожиданно стал читать. Хотя складывать буквы в слоги, а слоги в слова его никто целенаправленно не учил, вспоминает мама Екатерина. Когда стали видеть, что ребенку интересно и хочется, муж с ним занимался математикой. То есть он учился, наверное, читать, сразу же и складывать, умножать, и вычитать. Это, наверное, может быть, лет до 4 уже. До 6 лет он уже прошел программу до 3 класса школы. Самый лучший подарок – энциклопедия, а самая интересная игра – назвать все столицы мира. А самый лучший магазин, конечно же, книжный. Там Валентин заочно познакомился с физикой и попросил родителей купить ему приглянувшиеся учебники. Ну, как бы вот физика и математика связаны науки. И вот как вот так сказать, вот математика перешла к физике. Вот, ну, может, как-то так можно сказать. Хотя математика тоже осталась. Но сейчас мне нравится и физика, и математика. Физика объясняла многие явления и увлекала своими опытами. Так Валентин попал к коллегу Геннадьевичу Лашкевичу, который за свою карьеру подготовил около 30 победителей олимпиад. Я дал почитать материал просто начального курса физики. Вот. Ну и когда я задал несколько вопросов, которые показывали, глубоко человек читал или не глубоко, вот он ответил на эти вопросы, поэтому это и склонило мое решение в пользу того, что надо заниматься. Физика – один из самых сложных учебных предметов, подтверждает это и статистика. На протяжении уже нескольких лет средний балл на централизованном тестировании по физике ниже, чем по другим предметам. Так что, согласитесь, Валентин – гениальный ребенок. Хочу получить Нобелевскую премию, в конце концов. Ну и собираюсь побить мировой рекорд Гиннесса – 22 года. А, то есть ты хочешь получить Нобелевскую премию? 20, например. Ну, допустим, сейчас все тяжелые грузы поднимают, подъемные краны и всякое такое. А может быть, как-то это можно делать проще. Начнем с того, что он родился в 14-й лунный день. Это означает, что у человека с детства есть призвание. То есть он четко осознает, что у него есть миссия определенная в жизни. То, что символ этого дня – это труба, то есть как бы призвание, да, зовет труба. И родителям самое главное не мешать человеку, то есть не насаждать что-то, не принуждать его чему-то, потому что он сам поймет, разберется, что ему нужно, будет четко идти к своей цели. Это его особенность. Далее можно сказать о том, что по солнечному своему знаку он водолей. А как известно, водолей – это самый талантливый, наверное, необычный, гениальный знак, потому что среди гениальных людей, как правило, больше всего водолей, среди известных политиков, бизнесменов и так далее. Человек обладает просто уникальным интеллектом, то есть у него огромный изобретательский потенциал, талант. Кроме этого, у него есть ощущение на интуитивном уровне всех законов мироздания. То есть вот если обычным людям нужно для этого книги читать и получать информацию, то для него информация приходит просто сверху, потому что канал информации у него открыт. Забывать обо всем, когда работаешь, этой особенностью отличаются, наверное, все великие умы. Но идти по узкой дороге науки и углубляться лишь в математику, физику Валентину не стоит, советуют звезды. Он может создать и машину времени, но его гениальные способности не раскроются полностью. Задача его по жизни – общаться и набираться опыта во всех сферах.
Вообще весь гороскоп говорит о том, что он склонен, конечно же, к естественным наукам, но он также склонен и к артистическим вообще каким-то направлениям в жизни. И он мог бы стать блестящим писателем, актером, либо вообще разговорный шанс для него, в принципе, показан, скажем так. Его дом карьеры, который находится в знаке Близнецы, говорит о том, что он, работа в сфере информации, в принципе, в жизни будет у него постоянно. То есть это, возможно, телевидение, возможно, радио и так далее. То есть работа с людьми. Есть простая формула, которую может использовать каждый, чтобы стать гениальным в своей области, советуют психологи. Идея проста. Нужно сконцентрироваться на какой-либо способности или сфере деятельности и постоянно, ежедневно совершенствоваться в них. Вкладывать всю душу в повышение уровня своего мастерства. И через несколько лет за вашу компетентность, глубину проникновения в суть вопроса, люди назовут вас гениальным. Гены и гении. Похожие по звучанию слова. Изучением их зависимости друг от друга и занимаются сегодня многие ученые. Есть ли ген гениальности и как он наследуется? Пока исследователи этой области науки сошлись во мнении, что за гениальность отвечает так называемый плавающий ген. Но встречается он редко, примерно у одного человека из 100 миллионов. 50 от папы, 50 от мамы. А как там будет, одному Богу, как говорится, известно. Вот. И, ну да, еще есть такая пословица, яблоко от яблони далеко не падает. Ну, тоже есть. Ну, наследственность есть наследственность. Причем это не только папа-мама. У папы-мамы тоже были папа-мама. Соответственно, это очень много поколений. И совокупность генов, которые именно вот разложатся именно вот в такую комбинацию, возможно, это вот и будет толчком для рождения будущего гения. Говорят, что гениев много, по сути, рождаются, но реализуются ли они? Вот в чем вопрос. Классические генетики всегда утверждали, что с точки зрения соотношения генетики и внешней среды, в смысле воспитания, становления, человека можно сравнить с алмазом. Каждый алмаз, но лишь некоторых можно огранить в бриллиант. И вот это уже педагогика. Если мама филолог, папа математик, то ребенок может быть спортсменом. Это никому не известно, а может быть наоборот, он усилит признаки способности, вернее, родители, и будет там прекрасным лингвистом, знать очень много языков и при этом Нобелевским лауреатом по математике. Почему бы и нет? Поэтому это неизвестно. Но известно, что те задатки, которые есть у ребенка, они могут, так сказать, вылиться вот в эти способности, но для этого он должен будет попасть в такие условия благоприятные. То есть ребенком надо работать, заниматься. И существует мнение, что все эти способности, они очень хорошо проявляются, когда до школы, до первого класса с ребенком будут заниматься целенаправленно. В общении разница чуть-чуть чувствуется, но по оценкам и познаниям кажется, что он тебя умнее. То есть я не представляла, что со мной в классе будет учиться мальчик-пятиклассник. Но потом, когда где-то 2 числа или 3-го, она классно объявила то, что с вами учится мальчик 10 лет. Вот такой шок был немножко. Но все равно, мне кажется, это хорошо для него. Такие знания, такая целеустремленность. Мне кажется, Валентин такой человек очень как бы широкого спектра, можно так вот сказать. То есть он из каждой области знает много всего. В основном все время, когда перемены, он либо общается с кем-то из ребят, либо повторяет предмет. Я думаю, списать можно, и некоторые этим даже и пользуются. Но не так уж, чтобы часто, потому что все-таки нужно знать меру. Валентину всегда помогали родители. Они его поддерживали, поощряли, но не заставляли. Может, это один из секретов развития гениального ребенка. Конечно, я считаю, во-первых, каждая, да, вы правильно заметили, каждая мама, безусловно, считает своего ребенка особенным. Я ему с самого раннего детства говорила, что, сыночек, ты добивайся, конечно, но даже если ты будешь чернорабочим, даже если ты никем вдруг не станешь в жизни, для меня ты все равно будешь лучшим. Хотя, конечно, мне бы хотелось многого от тебя увидеть. И то, что я, конечно, считаю его исключительным, потому что он мой. И на сегодняшний день радует то, что вот эту исключительность уже, скажем, не только я замечаю, а у нас уже есть дипломы определенные, которые в какой-то степени подтверждают эту исключительность. Конечно, да, это мой исключительный мальчик, мой любимый сын.
Гениальность – это величайший дар природы, а она, как известно, не терпит простых объяснений, поспешных выводов и необоснованных оценок. Пройдет, наверное, еще много-много лет, прежде чем человек доберется до истины. Какова связь между гениями и генами? –